Okay, today when I decided to make a video, I also got album. And honestly, oh yeah, it's Chimmy. Honestly, I don't buy some stuff too often because first thing, I don't have enough space in my dormitory. And second thing, it can be kind of expensive, you know. Ta-da! Now it will be more comfortable to show you everything, and let's start. Все отлично. А теперь давайте посмотрим, что у нас там внутри. Вот такой вот милаш нас встречает. Ой. Сейчас, подождите. Содержание этого письма я уже знаю. Его уже выкладывали с переводом на разные языки. Но я потом, естественно, сама постараюсь это все прочитать на корейском. Конечно, мой корейский до сих пор, к сожалению, не очень хороший. Но, тем не менее, I will try my best to understand everything that he wrote here. Пошлите дальше. Здесь у нас находятся фотографии. Давайте посмотрим на эти карточки. Прикольная прическа. Интересненько. Очень прикольно сделали на самом деле. Я когда впервые этот альбом увидела, когда вот был announcement про этот альбом, я что-то слово announcement забыла, как на русском сказать, объявление, что ли. Ну, в общем, когда вот я увидела, что нас ожидает, я вот честно скажу, я влюбилась с первого раза. Все выглядит так красиво, так аккуратно, так эстетично. Ой, извиняюсь. А это Йонтан? Или это другая собачка, которая в клипе была? Но все равно, смотрите, какая милая. Ой, господи. Но все-таки интересно, это Йонтан или это другая собачка? Я не знаю. Знаете, я сейчас скажу такую мысль, может быть, я права, может быть, я ошибаюсь, я без понятия, но у меня чувство то, что Тэхён реально делает ту музыку, которую он хочет, что он реально создает то, что желает, так скажем, его душа. Я не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но я надеюсь, что я права, потому что как человек, который занимается творчеством, я, например, не хотела бы, чтобы меня ограничивали, чтобы мне какие-то рамки там, не знаю, ставили, да, чтобы не позволяли воплощать свои идеи в жизнь. И поэтому я надеюсь, то, что Тэхён, он действительно занимается той музыкой, которую он хочет создавать. Ты молодец, пожалуйста, продолжай в том же духе.